Маскировка. Ветки не ломали, они вот там позволяли. Так, давай, нам за этим УАЗом надо успеть. Быстрее. Полетели. Полетели за этим УАЗом. Мы не должны от него отстать ни на метр. Двери закрываем. Осторожно, двери закрываются. Знаете эту песню? Да, Малинина, первая песня. Ох, елки, вот это у вас память, как у меня. Малинина год 15 назад видел на концерте в Кировограде. Замечательно. Да? Толпа в шоке была от него. Нормально отжигал, да? Да, да. Давно, 15. Он молодой же тогда еще был. Судя по всему, мы налево и куда мы? Не-не, прямо мы вот туда. А, не, подождите, давайте за УАЗом, нагоняйте его, чтобы он не оторвался от нас. Свечи нормально, да, работают? Да. А, не, одна же там. Да, да, не было когда. Ой, да? Сейчас, а ну постоим, что он тут будет. Хорошо, что я не сел туда. На их месте мог быть я. Смотрите, что делает. А там не получается, да? Там скользко, можем попробовать, если колеса единица, то... Должны заехать. Не-не, ну тут жестковато немножко. Ну, кстати, для спецучастка очень хорошее место. Надо будет тут сделать спецучасток. Поехали за патрулем. Он должен заехать, наверное. Так, УАЗ, а ну подождите. А ну остановитесь, остановитесь, остановитесь. УАЗ продолжает дубасить. Я представляю, что там в салоне происходит. Я просто был внутри. Ну, давайте попробуем сбоку снять его. Ходом. Чуть-чуть надо разгон взять, чтобы у нас была динамика. Наверное, вторую или... Это какая? Вторая? А ну, чуть-чуть обороты надо дать. И одним колесом попробовать есть цеплять... Там такие машины одним... не проходят. Не-не, одним колесом цеплять, да, по, да, снегу, да. По снегу. Мы узкие. Мы в колею не попадаем, мы можем по снегу зацепиться. Тут не может выйти. Ну, по крайней мере, нас не понесет. Ну да. Его пропускаем и пробуем. Не, не заехал он, видите? Не заехал. А, он, ну, вот справа что-то, какая-то траектория. Можем попробовать потихоньку. Натяжку на первой. А как на меня мы тут пройдем? Ну, можем попробовать справа, будет интересный маршрут альтернативный. Только потихоньку в натяжку, без скоростного режима. Тут, кстати, кто-то вон и ехал уже. Не, не. Не, вот сюда надо было, видите, где колесо? Не туда попали, сейчас я выхожу. Что-то мы повисли. Мы повисли. Мы провалились в яму. Мы провалились в яму просто. Все, 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 все. Ямы две. Так, ну удара не было. А мы ее не подняли. Сейчас пытаемся подняться. Спускаемся. А назад? Попробуйте, я толкну. Не? Не-не-не. Не поедет? Повисли. Ну, двигаемся вперед. Вниз может поехать. Надо много людей просто ее выставить. Так, патрол не заехал. А тут кто-то ехал, вот дорога правильная. За ручки можно вынести. Так, а что, вы не можете выехать? А, угу. Ну, едет пока, хрустит, но едет. Так, ну интересно, Паджеро один. Там патрол не поднялся. Очень скользкий подъем, как-то по-разному. Ну видишь, как четко заехал. Он правильную траекторию взял, не по скользкому, а по краям. Я даже знаю, какие бы слова сейчас сказал Игорь Бакал. Ты знаешь, какие? Макс. Ну да, ты знаешь, какие бы слова Игорь Бакал сейчас сказал? Патрол Колун. Колун, да. Правда. Не, ну машина хорошая, но тяжелая. Специально ручки сделаны. Да, мы за бампер тогда будем пихать его на вас.
Не, тоже надо приподнимать. Так мы отсюда уже будем приподнимать, толкать. Он и сам поедет, если его приподнять. А если его толкать, бесполезно. А за что держаться? Вот ручки. Так а как мы возьмем? Два человека за одну ручку. Вот, смотри, вот. Давай. Ого. Не такой она... легенький, как не, не, ну просто полностью висит. Подъезжай, патруль. Да не, он потихоньку подтянет. Нормально, Виллис. Смотри, две подряд как раз под колеса. Это четко с войны под Виллис выкопаны, понимаешь? Это немцы копали, я думаю. Колесом сильно хряпнул. Да не, не, четенько, вообще в этот самый ничего не цепляется. Ну, Макс, дай. Я... Надо было между колес ее. Ага, ага. Это для таких, вот как я. Для меня русых. Давай, с Виллисом тебя. Так на Виллис ляж головой, может, или как целуй, целуй бампер. Стой, целуй бампер. Возвращение свое отмени. Целуй бампер. Вот, что там у нас снизу? Пират! Так, правая сторона норма. Сейчас, ты оп, сразу проходит Виллиса. Ну, Макс, сфоткай меня на мой телефон. Не, мы сели на балку. Да не, ну это же военная машина, она предусмотрена к таким нагрузкам. Она рассчитана. Так, ну попробуем все-таки здесь, наверное, заехать. Какая-то странно скользко выкатанная дорога. В других местах, ну тоже похоже, но по-разному. Берет разгон. Мы сейчас еще чуть-чуть подымемся. Но он не тяжелый. По идее, должен заехать. Патрулю две или три попытки делал, бесполезно. Три, наверное. Как красивый военный пейзаж такой. Едет. Насколько Виллис лучше патруля? Намного. Вы видите? Вообще без вопросов. И в яму не упал. Ну, патрул там бесполезно здесь ему пробовать. Он будет пробовать вот здесь. Патрол и Discovery остались. Виллис выехал, еще две машины осталось. Снежок пошел. Подожди, меня забери. А Макс, подожди секунду, Макс едет. Нет, у него нету. Макс по скользкому. Макс по скользкому. Ты четко там просто по ширине попадаешь на скользкое, ну вот по этой дороге. И шины все-таки не такие злые. Так мы едем или нет? Да. Поехали. Садись. Вот эта машина, блин, тут кожа, кнопки. Ого, у тебя сколько тут тумблеров. А что это за тумблера? Это тут на свет, на любовь, это все в разработке. А, что это там? Тюнинг будущий. Один кадр я. Так, быстро только не едь, едь потихоньку, в натяжку. Тут может, могут быть такие же ямы. Чуть правее, правее, правее. Так. Все, тут, наверное, уже можно. Да, уже.
уходить на основную. Блин, страшно было. Да? Мне спускаться только, блин, жалко, что типа это стоял. Машины стоят, оно в них летит просто. И ты крутишь руль, жмешь на тормоз. Типа как бы это. Ты что, он обрадуется там? Ты что, думал, что я вышел или что? Ты тут, блин. А он тебя списал уже, да, или что? Да, я слышал, он тебе там лапшает что-то уже. А думал, ты не слышишь, да? Ну, да. Осторожно, осторожно, хорошо. Тут еще газом надо чуть-чуть нажимать, отпускать. Да, да, да. Ну ты не спускался вообще, я понял, да? Судя по тому, как она едет, так тормози, 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 тормози. Тут достаточно круто. Тормози, еще тормози. Не, я спускался. Ну Макс приехал, там горел у вас где-то должен быть. Тропинки, а ехал по траве, по сухим, правее. Смотри, бери одним колесом, цепляй левую, левую сторону цепляй. Или правую, или левую, давай правую. Цепляй, да, одним вот так, хорошо. Все, теперь тормози, ну, подтормаживай. А тебя задний не открывается, еще, тормози, да? Тормози. Двери, чтобы выбежать или что? Да нет. Стеклоподъемник. Чтобы убежать или что? Да нет, наоборот, чтобы кого-то взять. А. Нет, там она то работает, то не работает. Так, ну вон интересная горка, еще там одна. Макс задним ходом на нее сейчас поедет, я так понимаю. Ну, по-другому не так, да, он может. Ну, задним шансов больше, ну. Рома ждет меня, наверное. Только так видишь, стал. Блин, у него рации нету. Сейчас, подожди, я Максу скажу, стой, стой, стой. Макс, скажи, чтобы Рома отъехал, то мы можем у него приехать. Не-не, он сказал. Так, Виллис пошел. А ну, остановишься тут? Уже нет, да? Уже нет. Макс, ты ему не сказал. Так, Виллис идет на горку. Смотрите, Виллис идет. Его там чуть-чуть боком крутит. А ну, остановись, посмотрим, что там происходит. Не, заехал. Заехал четко. Четко уверенно. Не успел ничего сказать, я говорю, просто отъедь, потому что патрон должен выехать. Мы тогда двигаемся. Давай, давайте, Макс, поднимайтесь. Красивое небо какое. Да. Вот тут, не-не-не, правее, вот где земля. Ты не туда поехал. Я водителя вижу, как ехать. Ух ты, жесткий вообще. Я думаю, что проблемы такие с этой машиной. Тут из-за пилота проблемы. Тут машина не при делах вообще. Понял, специально лед выбрал, да? Чтобы ехал, да. Чтобы ехал. Глянь, не целится в этого цветного. Да. Красота. Красота, лепота. Все, тут Макс заехал. У вас пока еще остатки. Остатки камуфляжа остались. Ну как вы тут без меня? Скучали. А что с рацией у тебя? Работает. Давай ее мне. Да нет, ей не надо. Зачем тебе рация? У тебя руль, у тебя руль. У кого-то руль, у кого-то рация, ты думай. Так, подрезай, режь, слева обходи. По встречке давай. Блин, что-то он распоясался, пока меня не было, вообще не слушает. Да подожди, сейчас. А тебя пока не было, мы забрали сюда, когда ты шел. И у тебя голова уже тут кровь скапливалась. Так я поэтому и вылез вовремя. Мы так дубасили. Заехали? Ну да. Конечно. А туда? Застряли. Везде заехали. А там по горбам я снимал, как вы ехали. Ну я вовремя спасся, я понял. Бегство. Ну тут ровный участок дороги. Так я тебе говорил, что ты лежа тут едь. Я вот так ехал. Так, продолжаем дрифт. Обходи по встречке давай. Да? По обочине давай. Давай по обочине, обходи. Режь, елочку не задави. Режь. Так, голову прячь. Страшно, что сейчас там травить, да? Давай, всех рви. Боком идем. Так. Спасибо, блин. Наставник. Отлично. Куда-то вот
Нас занесло! Занесло! Нас занесло! Тут столб, столб, столб объезжай, столб объезжай! Это задумано было! Это не кусты, это... Витя, блин! Токийский, это не токийский, это дарницкий. Опа, токийский отдыхает. Осторожно, собаку не задавись. Понял. С хозяином. Опа. Какая-то ученая собака, она на тебя боится, Витя. Она хотела лезть на дерево. Я собака в глаза смотрю, всю она нас видит и просто срет стоит. Срет. Не только срет и писает. Осторожно, машина дорогая, там с раздаткой проблемы. Впереди. Понял. Йохан. Витя, Витя, Витя. Да, мой дорогой. Осторожно, осторожно, Витя, Витя. Подожди, все, отпускаем Витя. Его, отпускаем. Отпускаем. Сейчас начнется, вот наши повороты. Всех вот. Отпускай всех. Да, отпускай все. Блин, а-а-а. Начинается, давай. Сейчас. Так, мы внутри серьезной машины, мы в серьезной машине. Боком идем. Ну, давай, в бок пускай, столб, осторожно! Да нет, что-то не пускается. Мы просто едем по колее, понял? По колее, тебя засосала колея. Так, ну внутри, так, надо его вонять. Да, он не дает нам оперативный плацдарм, понимаешь? Проехали прямо, правее, ага. Выходит на твердую позицию. Давай, но он не дает нам обогнать, и посмотри, что делает. Держитесь, пацаны. Препятствует обгону путем увеличения скорости. Отлично. Опа. Обошли, все, опа, давай. Ставь боком, ставь. Мы на велосипеде не так ехали. Это беспредел, блядь. Пой про Навального, про Навального пой. Про Навального пой! Коленвал, чтобы рулить! Ну это жестяк! Вот это давай нам! Давай, заходи! Вот. Ой, тут переворот! Переворот был близок! Пошли, Илья! Близок Илья. Переворот был! Илья тебя удержу! Вот так, вот поехали! Через лесо! Тихо! Как... Про Навального пойте песню! Навальный 3,5! Если хочешь посадить меня... Так тебе и так-то мы и быть. Это жесткий клип. О, да. Ну что, гелик не будем так понять? Давай, гелик, подожди. А мы его тоже делаем? Да, вставляем гелик, давай. Сейчас я только камеру приготовлю вторую. Здравствуйте, у нас пока нету точки обмотки. Давай, поджимай его, мигай фарами. Поджимай. Поджимай Геленваген, поджимай, мигай ему фарами. Фарами мигай. Давай слева, слева нельзя, справа давай. Справа тоже сейчас нельзя. Справа нельзя, там два дерева. Будь осторожно, пристегните ремни, шлемы одень. Одень капюшон хотя бы. Тихо, ну бывай, место обгона. Нормального без пропона посадили. А прикинь, как ему там на хате. А он им хватит. Эти цепи. Он не дает нам обогнать его. Не дает выехать колея из колеи. Он нам не дает подняться на новый уровень. Перейти на следующий уровень не дает нам гелик. Ладно. Не, вот справа обгон. Давай. Режь справа режь. Да выедем справа режь, я тебе говорю. Ёлки-палки. Что, она не поворачивает. Да повернуть надо раньше было. Да куда раньше? Штурман очкун какой-то. Штурман в порядке, так не хочется в еле копаться. Я давно тебе говорил, есть. А пошли! Вот сюда. Это жесть! Влево уходи! Тихо. Право можно. Это профессионально. Гелик мы сделали, вот он сзади, Витя, бля, голова! Витя, голова! Ёпарас, это позвоночник! Витя! Мы на втором месте! Ставили всех, мы на втором месте! По машине! Это жесть! Все, последний осталось! Последний! Иди сюда, сука, я тебя... Тихо, дети смотрят. Да, давай чуть-чуть подъехать.
Подожди, тут горки, туда не надо, тут не надо, Витя, Витя. Понял, понял, это мы... город, да? Да, да, это город. Могилев-Подольский. Все, один впереди остался лидер. Сейчас мы его накажем. Давай пробуем начинать. Ой, больно было. Все, не спускаем, нормально. А колесо мне перед... Спускаем. Да? Не-не, не спускаем. Ху, жесть. Это жестяк вообще. Это было жестко, Витя. Ну так всегда. Витя, это было посмотрите, жестко. Стоит, пацаны, обратите, это Porsche 926. Да, да, Porsche. Нет, 900. А? Так, ну все, миновали это сложное место. Всех почти обошли. Это было круто. Руслан на коленях тут прыгал. Прыгал у Руслана и у Вити, у всех прыгали колени. Я тебе говорю, пока у меня был тут большой УАЗик, на нем так весело не было, отвечаю. Мы просто ехали вот так вот постоянно. И если ты там лево-право, то бах, отламываешь колесо сразу моментально. Да, да. Что это, Панамера? Предложи поменяться, останови. Он тоже на одну девятку видел, не хватило денег? Ага. Ну выключи там, раздавку. Я тут тебя посыпал по-братски. Спасибо, ребят. Дерево, дерево, Витя, дерево. Пни, Витя, пни. Да не машину пни, пни. Это жесть. Ой. А у меня на губах есть. Что на что с губами у тебя? Какие проблемы? Никаких. А не, вон все там ребята сзади. Блин, штаны порвались, Витя, ты посмотри, а что делает. Штаны, тут дырка была небольшая, сейчас больше стало. Ну, а я куртку. Это УАЗик. Смотри, не поцарапай лакокраску. Я не буду, я больше залез, волнуюсь. Лакокраска. Витя, 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 да. Нам еще домой ехать. Да не, вопросов нет, я просто на заднем приводе. Береги машину. Еду аккуратно, потому что на заднем приводе. Я не хочу кричать. Полный, потому что мне кажется, эти дороги от моего полного приода не достойны. Да? Да. А вот ты, конечно, я включил данную. Осторожно, тут деревья, видите, деревья, верите. Да, зато чувствую, видите? Чувствую, да, габариты, габариты чувствуют. Вот с этим деревом, чтобы ты не встретился, главное. Предчувствие габаритов. Предчувствие габаритов. Йо, что-то с зеркалом проблемы небольшие. Повезло, повезло, да. Зеркала и так уже три жизни. Стой, тормози, тормози. Тормози, Леня там, Леня, тормози. Ох, Леня. Леня опасный вообще конкретно. Надо очень. Надо сказать, чтобы он так не тормозил. Надо объедь его слева. Подрезай. Обрезай его. Режь, режь, слева, режь. Сзади никого? Подожди, сзади никого? Да нету, давай слева. Влево вот тут можно, да, влево, да, да. Влево, а там влево. Пень, там пень. Хуй мне на пень. Блин, охереть. Да, Захар, давай, режь. Блин, Захар тебе надо купить, я тебе скажу. Это, ты бы на Захаре посмотрелся намного лучше. Режь и этого обходи, обходи, обходи. Наказывай всех, рви, вправо. Ну что вы, девчонки, за нами? Первые! Всегда первые! Всех порвали, всех порвали. Поехали. Можно их почему? Не-не. Иди первый. Не, мы кого-то ждем, так что нас зарубился. Мало двухзонная, видишь? Идиот. Двухзонная, да, да. Идиот. Скажешь, что это так задумано. Я скажу, никому говорить ничего. Я что, лох оправдываться? Крепления, да, какие. Холостой добавить надо. Ну, Макс, это... Ух, жесткие. Давай, Рус, эфир делай. Давай, давай, давай. Да, блин. Тут машина едет, никто никого не ждет, она. Да, да. Не да, залез, да. Бежишь пешком, блин. Это очень жесткие. Ребята, блин, синяк на спине уже у меня, мне кажется. И на, кажется, на спине, и на жопе. На спине, и на жопе, и шея. Ну, шея, про шею я уже забыл, блин. Не-не, у меня 2-3 грыжи, мне кажется. 2-3 грыжи, блин. Рассосалась ты, Миша. Я 3 диск выехал там. Осторожно, чтобы Рубикон мы не вклепали. Тут гора. Нет, правда, спина болит, конечно. Хотя у меня очень крутые сиденья. Не-не, сиденья такие стрёмные, надо менять.
указатель ДОТ 131 проехали. Так это что мы, по экскурсию по ДОТам едем? Мы сейчас в Стоме? Не-не-не-не, мы на Сундуковский едем. Да не гони. Да, это же на Сундуковский дорога. Мы тут в прошлый раз потерялись. А где Михалыч? Михалыч дома чай пьет, ноги в ванне. Мы едем по асфальту, но я все равно напряжен, потому что мы можем подпрыгнуть в любой момент. В любой момент можем все на самом произойти. Напряжен. Ты тоже напряжен? Постоянно. Хороший комментарий.